Всем привет! Хочу сейчас предоставить такой хороший девайс, который сделал сам. Есть, конечно, некоторая информация в интернете, как его сделать. Но также можно это сделать, в принципе, самому, ничего тяжелого нету. Любую конструкцию можно выполнить, в принципе, ну, по-любому, как вам нравится. Потребуется для выполнения данной, получается, ну, так скажем, подставка, крепление, не знаю, для прожектора, можно как-то еще назвать. Потребуются ножницы по полипропиленовой трубе. Ну и сам получается паяльник для полипропиленовой трубы. Почти у каждого мужчины, в принципе, паяльники есть. Кто-то занимался строительством, кто-то занимается строительством, кто-то строил дом какой-то, там, не знаю, в бане, может, где-то паяли, где-то в каком-то в доме что-то перепаивали. Можете, в принципе, где-то подпаять дома, или у друга может где-то попросить. Из чего он состоит? Из полипропиленовой трубы, уголков полипропиленовых, уголков, то есть тройников, уголков, потом из креплений полипропилена под 20-ю трубу, резиновый провод, вилка, выключатель, ну и сам прожектор. Ну и получается 3 болтика, 6 гаек и 6 шайб. Вот из чего данный, получается, состоит. Паять тяжелого ничего тут нету. В принципе, для всего надо иметь желание. Если есть желание, то у вас все получится. Кто ничего не делает, ну, так и будет смотреть и говорить: да ну нафиг. Да, конечно, это можно купить, но у меня был прожектор, у меня был резиновый провод хороший уже, была вилка, но не было вот этого выключателя. То есть выключатель я уже добавил. Здесь обмотал за лентой, чтобы... Ну, данный выключатель стоит недорого, он рублей 40 где-то стоит. И, ну, чтобы не раскрылся, не произошло туда раскрытие там где-то, то есть его... То, что на двух саморезах, саморезы как-то мне не понравились. Нужно, конечно, получше было что-то взять. Ну, попался он стоил дорого, я его купил. Так, состоит он, получается, уголки, купил сюда 3-метровую трубу полипропиленовую 20-ю. Потом, получается, 6 уголков на 90, 2 тройника вот таких, 2 тройника, 6 уголков на 90, 2 на 45 уголка, и получается... Два, еще раз повторюсь, это тройника такие, два. И получается два вот таких вот, то есть тройника, как он правильно называется, под каким-то углом он. То есть вот он и вот он. С чего начал я делать? То есть делал сначала снизу вот эту вот, то есть размеры можете свои писать. Я сейчас размеры точно не скажу из-за того, что запаяно. Плюс еще сюда сантиметр и 2 миллиметра входят внутрь. То есть в сами уголки. Начал снизу, получается. Сначала запаял данный 90 уголок. Данный, получается, уголок. Потом сделал вторую то же самое. Данный, данный. Потом к ним, получается, припаял вот данные уже. То есть поменьше. Здесь пропаял. Здесь пропаял. Далее собрал отдельно вот эту перемычку, получается, собрал. Вот она. То есть, получается... Вот это вот равна вот этой. То есть одинаковый отрезал, спаял, получается, ее уголки 90-е спаял. Потом такую же припаял сюда, соединил, вот она получилась. Она же вот, буква Г, спаял здесь. То есть выровнял, чтобы они кверху смотрели ровно. Потом спаял вот данную, то есть отдельно пешку спаял с тройником. Вот здесь миллиметра где-то, ну, 2 зазор, где-то миллиметра 2 зазор. Потом, получается, припаял тройник этот, то есть тройник. Дальше припаял, получается, вот эту часть сюда, эту сюда, уголок на 90. Потом от уголка на 90 припаял уже вот эти вот две. Затем вырезал две одинаковые вот эти вот, замерил приблизительно. Спаял сначала вот сюда их, спаял чуть-чуть под углом, нажимая туда, то есть сюда нажимая,
И получается дальше уже спаивал уже сначала вот эту, да, нажимал, держал, спаивал. Не очень удобно одному было, но спаял. И получается данную. Вот и получилась данная такая технология. Очень удобно то, что она делается. Наматывается провод на нее, то есть не надо никуда, куда-то там он. Да, по сути, здесь я вешал куда-то, ставил куда-то, прикручиваешь проволокой, здесь, получается, поставил, и он регулируется куда надо. Можно кверху, можно так, так. Есть в интернетах, конечно, на двух креплениях, но я сделал три, он более пожестче, лучше держится. Данные крепления можно, в принципе, вытащить их, поставить хоть сюда на бок, хоть сюда, хоть да куда угодно. Можно поставить хоть вот сюда. Вот сюда поставить. То есть хоть сюда, хоть сюда. То есть это нет никакой проблемы. Ну и я добавил так, чтобы то, что здесь провод у меня 15 метров, чтобы не бежать к розетке. Сначала выключил здесь или включил. И потом выключил уже с розетки. То есть я решил, что мне нужен переключатель. Переключатель нужен вам или нет, это уже на усмотрение. Потратился, если разобраться, данный прожектор сейчас в ДНС стоит 270-300 рублей. В этих диапазонах он стоил. Последняя цена его была 270 рублей. Сейчас я не знаю, фирма Rixant 30-ваттка. Сейчас я не знаю, сколько стоит. Конечно, если прожектора брать, лучше брать данный прожектор, ну, не на долгое время работы. Лучше брать, когда хорошие отводы тепла, чтобы больше ребристость была. Соответственно, они дольше служат. Данные, конечно, более послабее будут идти. Ну, так скажем, ненадолго продолжительную работу. Дальше получается, это прожектор 270-300 рублей. Вилка стоит 45-50 рублей. Данная стоит 40 рублей. Провод вышел, он, по-моему, 29 рублей. Это магазин Уралэнерго. Может, в вашем городе есть, нету. 29 рублей за метр он выходил мне. Это ВВГ, сечение 1. 1, 2. То есть два провода, один резиновый, он гнется. Все это обошлось, получается. Вот умножаем 15, пусть там 250 рублей. Пусть получается этот 290, ну пусть даже 300, это 600 рублей, 650 рублей, и данная труба мне вышла 200 рублей. Это уже там, ну, до 1900 уже рублей, и получается вот провод там, ну пусть 1200-1300 вышло мне все это, данная вся приспособа. Если брать по интернету всякие подставки эти, провода там стоят такие деревянные, там 10-15 метров, если есть, в основном там 5 метров идет, резиновый дубиной, не резиновый, а пластиковый дубиной провод там идет, потом прожектор идет там 10 ватт, если он будет, 10-15 ватт, здесь 30 ватт уже, и плюс здесь подставка, там железо с какого-то неопрена сделано, ну, неопрен — это подобие губки, которая здесь намотан, здесь идет с пластика приклеенного, ему, ну, чтобы ее сломать, это надо умудриться, это пластик, и на морозе он мягкий, то есть в любое время, то есть чтобы сломать, это надо умудриться. Провод мягкий, да, можно это, в принципе, купить, но я решил сделать сам, тем более у меня провод был. Ну и вам на заметку, если желание есть, пожалуйста, то есть проявляйте инициативу. То есть тяжелого ничего нету, можете посменно, я показывал, как пошагово все собирать. Если интересно будет вам, соберите, ну, вещь нужная. Очень удобно, когда, допустим, надо где-то посветить, где-то, то есть посветить надо, а темно уже, включили, подсветило, закончили работу, или что-то бывает, ну, бывает не часто, но бывает, когда, ну, эта вещь нужна, то есть где-то в машине, под машиной полазить, даже посветить, то есть тоже можно, можно поставить ее, можно вообще, если даже под машину залез, да, она не помещается, можете снять, убрать, поставить как надо, то есть уже, в принципе, можете целиком залезть, если подъемник какие-то там есть, то есть включить его, она вам светит очень ярко, 30 ватт, там 50 ватт, сколько вы поставите, уже зависит от вас, все зависит от вас. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если какие-то будут вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь, отвечу в комментариях. Может быть, какие-то возникающие вопросы. И еще раз всем спасибо за внимание. Всем добра, пока.